Народ, у всех, у кого проблемы с нервами, я просто отчаянно рекомендую посетить океанариум и походить тут хотя бы часик. Хотя бы академический часик. Ребята, вы не представляете, как тут все продумано и как это все успокаивает нервную систему. Хотя, честно сказать, я рыбок не особо люблю, но, блин, они такие красивые, тут можно залипать часами, правда. Не стучать. Это карпы коя. Как я поняла, пятнистые.